Здравствуйте, с вами снова Владимир. Вот сейчас я снимаю работу промышленного альпиниста, который сейчас монтирует полоски экструдированного пенополистирола, чтобы избежать мостиков холода и контакта плит перекрытия этого здания с улицей, чтобы не было промерзания внутри квартир. Пенополистирол экструдированный монтируется на монтажную пену, поэтому хорошо видно, что баллон у альпиниста в теплокожухе, чтобы по морозу не замерзал. Таким макаром он обходит все стыки межэтажных плит и монтирует. Вот видно, что эта система куб 2,5. Не монолитный, а сборный каркас, вот видно, монтируются верхние этажи. Конструктивно, у которой плиты торчат на улицу, во внешнюю среду, а это создает мостики холода и промерзания внутри пола. Кстати, вот рядом здание. Там то же самое сделано, сверху смонтированы листовые окрашенные полоски металла в качестве декорации. Раньше эти стыки ничем не изолировались, просто штукатурились. Ну, по новому СНИПу такое здание не пройдет. Поэтому, хоть здание продолжает строиться, на нижних этажах промышленные альпинисты уже монтируют экструдированный пенополистирол. Все.